Солдат и матрос заодно. Так сказал когда-то поэт о черном берете, морском пехотинце. Чтобы умело воевать в море и на берегу, всегда требовались особая выучка, особая экипировка и особое оснащение. Рассказ об этом в фильме «Оружие». Первые достоверные сведения о морской пехоте в ее нынешнем понимании относятся к средним векам, периоду так называемой «великой колонизации». В Англии, Испании, Португалии и Франции быстро поняли, что силами одних только экипажей боевых кораблей завоевать обширные заморские территории невозможно. Требовались особым образом обученные солдаты, которые имели бы навыки хождения на кораблях и хорошо переносили условия дальнего плавания. Впервые, как род сил, морская пехота появилась на английском флоте в 1664 году. Это было вполне закономерно. Владычице морей требовались мобильные регулярные соединения для поддержания порядка на территории своих колоний. Прообразом русской морской пехоты стала специальная стрелковая команда из 35 нижегородских стрельцов. Она была сформирована в 1668 году на паруснике «Орел». Вместе с матросами и комендорами этого корабля стрелковая команда участвовала во всех его походах и сражениях. Но это был лишь эксперимент. Настоящие морские солдаты, как отдельный род сил русского флота, появились позже, в ходе военных реформ Петра Великого. Это мы сейчас называем морские пехотинцы. Петр их называл морскими солдатами. И именно в ноябре 1705 года он подписывает указ о создании первого полка морских солдат. Вот она, морская пехота, полк, затем дивизия, затем дивизии. И морская пехота в Северную войну. Не всегда мы подчеркиваем, а ведь фактически в Северную войну морская пехота сыграла огромнейшую роль. Особенно, когда мы перенесли боевые действия на Аландский архипелаг Швеции, когда мы высаживали многочисленные морские десанты на побережье Швеции к югу и к северу от Стокгольма. 5-10-15-тысячные десанты, 1719-1720 год. Очередным этапом в развитии и становлении русской морской пехоты стал гвардейский флотский экипаж, сформированный в 1810 году. Это единственное в истории флота формирование, которое одновременно было и корабельной командой, и пехотным батальоном. Гвардейский флотский экипаж принимал участие практически во всех войнах России. За стойкость и мужество, проявленные во время Бородинского сражения, он был награжден Георгиевским знаменем. В ходе кампании 1813-14 годов гвардейские моряки из флотского экипажа вместе с армией с боями дошли до столицы Франции. Первым русским стягом, поднятым над Парижем в 1814 году, стал военно-морской Андреевский флаг. Мужество и отвагу проявила морская пехота при обороне Севастополя в ходе Крымской войны, при обороне Порт-Артура во время войны русско-японской. В годы Первой мировой на Балтийском и Черноморском флотах были сформированы батальоны морской пехоты. В ходе войны они были переформированы в бригады, а затем дивизии морской пехоты, которые участвовали в десантных операциях, вели оборону портов и других прибрежных объектов. В годы революции и гражданской войны в боевых действиях против интервентов, кроме морских пехотинцев, активно использовали части, сформированные из матросов, сошедших на берег. Многие военные историки считают, что благодаря их смелым и решительным действиям большевики смогли захватить, а затем и удержать власть. Но это не были подразделения морской пехоты в ее классическом виде. В
советский период формирование специальных частей морской пехоты началось в 1939 году, накануне зимней войны с Финляндией. Отбор бойцов был жестким. В морскую пехоту принимались физически крепкие мужчины, имевшие среднее образование. Требования к уровню боевой подготовки в этих частях были значительно выше, чем в стрелковых дивизиях Красной Армии. В ходе Советско-финской войны морпехами были захвачены несколько островов Финского залива. Бригада, сформированная из матросов-балтийцев, прорвала один из участков оборонительной линии Маннергейма. В мае 1940 года на основе этой части была сформирована первая отдельная бригада морской пехоты Балтийского флота. В ходе Великой Отечественной войны были сформированы сотни батальонов и бригад морской пехоты общей численностью около 100 тысяч человек. Они принимали самое активное участие в оборонительных и наступательных операциях советских войск. Ими были проведены более 100 морских десантных операций. Кроме этого, 500 000 моряков было направлено непосредственно в сухопутные войска. Морские стрелковые бригады, артиллерийские и минометные дивизионы принимали участие в боевых действиях на всех фронтах Великой Отечественной войны. Особенно они отличились при обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы и Сталинграда. В Советском Союзе не создавались специальные образцы ручного стрелкового вооружения, гранат, противотанковых средств для морской пехоты. Однако в силу специфики этого рода сил возникли заметные отличия от сухопутной армии. Главным из них была высокая оснащенность частей морской пехоты самозарядными винтовками Токарева СВТ-40. Это было мощное, скорострельное, но капризное сравнительно с винтовкой Мосина оружие. Немецкие солдаты, столкнувшись с частями, вооруженными винтовками СВТ-40, были деморализованы. Даже командиры вермахта были уверены, что пехота русских поголовно вооружена ручными пулеметами. Именно такое впечатление производила беглая стрельба из токаревской самозарядки. Большое число СВТ-40 попало со складов Красной Армии на вооружение формировавшихся частей морской пехоты. Благодаря службе на боевых кораблях и береговых базах флота, морские пехотинцы имели более высокий уровень технической подготовки, чем рядовые стрелки сухопутных войск. Поэтому технически сложные виды вооружения служили в их руках дольше, чем в сухопутной армии. СВТ-40 оставались визитными карточками советской морской пехоты до середины войны, в то время как в сухопутной армии большинство этих винтовок было утеряно в боях или пришло в негодность в течение 1941 года. Широкое использование СВТ-40 и связанный с этим повышенный расход патронов обусловили приметную особенность экипировки советской морской пехоты. Патронные ленты, одетые крест-накрест через грудь. Помимо СВТ-40, в морской пехоте использовались также винтовки и карабины Мосина, знаменитые трехлинейки. Ручным пулеметом служил обычный ДП-27, Дегтярев пехотный образца 1927 года. В качестве станковых обычно выступали классические «Максимы» с водяным охлаждением ствола. Поначалу пистолеты-пулеметы в морской пехоте встречались редко. Положение изменилось в 1943 году. К этому времени в штурмовых батальонах морской пехоты широкое признание получил ППШ, причем с магазином секторным, а не дисковым. Это было связано с тем, что секторный магазин, рожок, оказался легче и надежнее, чем дисковый. При этом пулеметные ленты крест-накрест по-прежнему оставались визитной карточкой морской пехоты. Еще одной характерной деталью экипировки советских морпехов стало широкое использование ручных гранат. Отправляясь в десант, каждый морской пехотинец запасался несколькими противотанковыми и противопехотными гранатами.
Боевым кличем морской пехоты служило матросское слово «полундра», что издавна означало «срочный сбор». Морпехи шли в атаку, демонстрируя презрение к смерти. В полный рост, в черных бушлатах нараспашку, с тельняшкой напоказ, с ленточками без козырок в зубах. В рукопашном бою их главным оружием был штык-нож. Мне хочется думать, что черные наши бушлаты дадут нам возможность сегодня увидеть восход. Во второй половине войны отборные батальоны морской пехоты превратились в своеобразный морской спецназ, который командование могло использовать для выполнения самых сложных и нестандартных задач. Средствами доставки этого спецназа служили скоростные торпедные катера, малые охотники и даже американские ленд-лизовские гидросамолеты «Каталина». После Великой Отечественной войны морская пехота в СССР была полностью ликвидирована, и ее не существовало 8 лет. Военное руководство объясняло это изменением тактики в условиях будущей ракетно-ядерной войны. В начале 60-х годов морская пехота, как род сил военно-морского флота, была восстановлена. –